В рамках подготовки к предстоящим всероссийским соревнованиям спортсмены Региональной федерации спортивной аэробики прошли усиленные тренировки в Краснодарском крае. Подопечные заслуженного тренера Чувашии, руководителя Федерации спортивной аэробики Оксаны Дьячук в период с 5 по 22 августа находились на тренировочных сборах на берегу Черного моря. Гостеприимная база отдыха «Малахит» приняла не только 33 спортсменов Чувашии, но и их коллег из Москвы. Ребята занимались общей физической подготовкой, растяжкой, силовыми и прыжковыми упражнениями, плавали, отрабатывали обязательные элементы спортивной аэробики различной степени сложности. Также спортсмены оттачивали слаженность и синхронность работы в паре, тройке и группе. Во время пребывания на сборах в целях повышения спортивного мастерства был проведен турнир по спортивной аэробике «Спортивная аэробика для всех» между командами Москвы и Чувашской республики. Было разыграно 30 комплектов медалей в 5 возрастных категориях по 6 номинациям. По результатам выступлений аэробисты Чувашии завоевали 17 золотых, 18 серебряных и 9 бронзовых медалей. Впереди наших спортсменов ждет выступление на всероссийских соревнованиях по спортивной аэробике, которые пройдут 8-9 сентября в Чебоксарах и с 13 по 18 сентября в городе Сочи.